Вторая команда хоккейного клуба «Гомель» уверенно обыграла на домашнем льду «Химик-2». Первый период полностью остался за хозяевами. Воронов оформил дубль, став впоследствии самым результативным игроком матча. Еще одна шайба на счету Пусева. Далее игра выровнялась, команды смогли по разу отличиться. Точка во встрече была поставлена за 17 секунд до финальной сирены. Итоговый счет 4-2.